хочу рассказать об уникальной продукции «Химахим». Эту продукцию я попробовала с 2020 года. Но так как всем известно немножко, что меня потянула к этому Лаура, родственница моя, подружка близкая, как хотите, в общем, хороший человек. Вот, она любыми путями мне оставляла этот химахим за дверью и на порог, также и косметику. Ну, я все распробовала, все понравилось, уникальная продукция. Так как у меня такая болезнь крови, хронический миликоз, я решила усердно его попить. Где-то я, наверное, уже вся семья у нас пропила 20 коробок. Вот. Из 20 коробок, да, у меня стали хорошие результаты, появились по анализу. Ежемесячно я эти анализы даю, или в квартал один раз. Если у меня было 28%, то сейчас у меня стало 0,01%. С этим результатом, конечно, я дальше пошла работать, так как хочу жить, зарабатывать, чтобы моей карточкой пользовались мои внуки, правнуки. И эту продукцию я предлагаю абсолютно всем. Все? Да. А сколько болезнь крови. С 2014 года я болею, и у меня постоянно показатели то вверх, то вниз. А сейчас я эти таблетки принимаю, врач сказал, если ты пьешь, ты живешь эти таблетки. Если не пьешь, то не живешь. Эти таблетки стоят 110 тысяч, но я так получила инвалидность, и поэтому мне дает государство бесплатно. Стала пропивать химахим, дозу я совсем уменьшила. Вместо 4-3 таблеток я сейчас одну таблетку принимаю. И у меня показатели упали. Это очень хорошо. Врачи спрашивают, я не объясняю это, потому что они все равно не верят, они конкурируют с БАДами. Все хорошо теперь, спасибо.